Всем привет! Сегодня хочу сказать то, что в принципе из категории спорт мы записали мало видео по одной простой причине. Я прекрасно понимаю, что если меня будет кто-то смотреть, то это будут русскоязычные граждане какие-то, да? А здесь идут приложения на английском языке. Может где-то здесь даже и трансляция есть матчей каких-то, я не знаю. Но фишка в том, что они все идут на английском, и те самые какие-то такие, не знаю, интересные приложения я записала. Вот. Хотела бы, конечно, больше, но не позволяет, ну, как бы сама категория, спорт, и все-таки девушка от футбола далека. Вот. Но что хочу сказать вам, дорогие, то что здесь еще очень много всяческих приложений. Если же вы, например, найдете какое-то для себя вот интересное и все тому подобное, то есть интереснее, может, чем мы записали, то есть дальше, вот где-то, я не знаю, тут, ну, в середине, там дальше, ну, то есть, то вы пишите в комментариях, чтобы мы знали, что есть из чего выбирать, что есть еще лучше, чем мы записали. Вот. Потому что, ну, вот эти вот без оценок, ну, как бы, не знаю, описывать, ну, не о чем, в принципе, описывать, потому что они на английском языке. Есть тут, вон, не знаю, ну, всяческие такие прикольные, на первый взгляд, а запускаешь, ну, действительно, муть-коломуть. То есть, неизвестно, для чего вообще разработчики старались их создавать. Так что мы приступаем к следующей категории. Следующая категория будет книги и справочники. Я думаю, она тоже не менее полезная, чем все предыдущие. У нас еще есть много категорий впереди. Вот. Надеюсь, наши видеообзоры помогают вам определиться с выбором среди, как сказать, множественных приложений, вот так можно сказать. И как-то мы помогаем все-таки увлекать вас нашими видеообзорами. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на обновления, и будет еще много чего интересного. До свидания, всего доброго!